что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Артём! Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетёры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счёта. Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход, крыса краснопузая! Доброго времени всем ребятам. Это прохождение Metro Last Light. И это третья часть прохождения. Задание звучит «Друг». Мы спасаем своего друга, который в прошлой части спас нас. Сейчас мы спасаем его. Итак, мне походу предлагают опять стелсить. Я вообще ни хрена в этом, как говорится, не понимаю. В прошлый раз у меня нихуя не получилось, просто тупо всех перестрелял. Нет! Нет! Так что я не знаю, насколько это будет хорошо. Моя мать! Шлюха! Вот, что и требовалось доказать. Раз она шлюха, значит... Скажи маме, мы зайдем в гости. Ой, блин, издеваются, и конечно. И ты еще только вякни что-нибудь про моих детей, ублюдок. Понял меня? Я вообще здесь не очень понимаю смысл вот этого стелса. Неужели оставил свой сундук без охраны? А что ему сделается? Ключ-то только у меня. Ты хоть бы рассказал, что там. Сука, а там еще один чувак есть. Да какой секрет? Ствол там. Я его с одного из полисовских рейнджеров снял. Ну, те, что на прошлой неделе завалили. Навороченный. Молоток. Блин, как их снять, тихонько, так, чтобы меня не запалили. Хрена лысого тут закончишь. А я говорил. Нечего того скрыть. Сука, вот и сверху еще несколько. Мало ли что, урод. Ничего, блин, и стрелять как-то неохота, потому сейчас как... По нему шороху. И все бесплатно, и по низу не получается идти. А пока вон поди на мост сгоняй. Глянь, что там дымит. Что? Убитый! Тревога! Красный идут! Да сука, как он запалил! У нас потери! Ой, ты ж, блин! Вот пидоры, ну придется... Придется по старинке все делать. Блин, откуда вы знаете, что я красный? Сука! Ну придется опять что по старинке ебашить всех. Наших подстрелили! На, сука, блять, фашист! Ебущий! Солдат теряем! У нас потери! Потери! Так, это что я сделал? О, это прикольно. Ух, сука красная! Нашего убил! Да, да, да. Иди нахуй, пидор.
Мне куча было здесь пиздец. Ты допрыгался! Вот суки. То есть, как только я показываюсь на свету, потери! Они сразу уже палят, откуда я иду и как я буду идти. Ну это... Блин, это читерство называется. По-другому вообще никак это не назвать. Ой, о, о, идет. Урод, блядь. Так, что-то я хотел вот выбросить на какой-то другой ствол. Что-то нихуя не могу найти. Два одинаковых, конечно же, тоже, блядь, как-то неохота. Вот это что такое у него? А, вот это с лазерной подсветкой, блядь. Сука. Ну ладно, придется заменить на вот это. Пускай же он, оно таки будет. Я, блядь, перепутал. Вот, наверное, скорее всего, замесь тихого убийства. Я включил фонарик. И только... И все, кибенефени затупил. Ну. Ладно. Бывает и такая хуета. Так, фонарик сейчас как-то подзарядить. И, блядь, ну, попробуем еще раз, если... Меня не так уже запалились. По-серьезному, скажем. А если по-серьезному, ну тогда что делать? Я уже это никак не верну. А? Кто это? Мужик, пощади, не убивай. Бери все, все, что есть, только не убивай. Прошу, не убивай. Сори, ты прах. Враг, которого я хочу убить. Так. Здесь проходик. Вот мне удобно немножко здесь бросать вот эти ножики. Потому как я привык, что у меня на С это приседание. А здесь на Ctrl. И вот из-за этого... Немножко дискомфорт идет. Да ладно, похуй. Так, херак нахуй. Юморист, мать твою. Вижу двоих. Так, кто здесь еще есть? Здесь стелс такой, блин, что одного убьешь и тебя тупо палят. Может, нужно как-то убивать ножиками, что ли? Сейчас, наверное, пойдет крик. Убивают коммуняку. Блять, вот. Вот как? Да? Элементарно, как здесь пройти? Если. Так это что такое? Аптечки. Нормально. Как здесь, если вот этот пидор, да? Смотрит. То есть из-за этого уже как-то нихуя не получится просто-навсего сделать. Потому как... Ну да, попробую сейчас тихонечко убить. Блять, не знаю, попробовать пистолета что ли? Пиздец. Коммуняки близко. Все нахуй. Вот. Вот на этом стелс и закончился. Их там, блядь, оказалось трое и... Еще подкрепление сейчас подойдет. Вообще будет прикольно. Ушел, собака,
Я сомневаюсь, что они здесь забудут, перестанут искать. О, идет, блядь. Ладно, подождем. Тревога, брат! Что, где? Откуда? Гамуняки! А откуда сам знаешь? Сам собой. Откуда? Где? Как? Гамуняка! Ах! Меня палит фонариком. Сколько их? Врага найти и уничтожить! Раз, два. Двоих вижу. Блин, они так скриптово идут, что... Чего вы орёте? Тут искать надо. Это как они... Ну как? Да никак. Ничего, попадется. Да, никуда не денется. Видит его кто? Я нет. Я, кажется. Хотя нет, тоже не вижу. Чёрт, вот суки. Где эта свинья прячется? Идут толпой еще, блин. Хотя бы по одному и шли когда. Черт, где он? Блядь, и высунуть бошку не получается в сторону. Ну что, ну пошли, где эта свинья зарыла? Ну пошли. Только может и не комиссарчик это. А кто, чертый обходчик? Блин. А, вот он, блядь, стоит. Как же он не мутант, если коммуняка? Если не мутант, будешь жив! Да, шо, да, если не мутант, у вас... Так, я так понял, через глушак они не слышат. Ну, я тебе... Или слышат. Так, пока вижу, они тихонечко ищут. Где? Ну где эта свинья зарылась? Найду, точно я. Вау, он укреплен хорошо. Ну, деваться уже некуда. Да, укреплён он хорошо. Теперь тебе крыш какая. Давай, блядь, иди сюда. Посмотрим, кто кого. Вот, наверное, нужно было так вот сюда подойти и попробовать вырубить свет. Светик, а потом, когда сюда чувак подошел бы, его так вот снять. Ну, блядь. Не буду переигрывать, скажем так. Ну его нахер. Значит, не судьба, ребята. Так. Ну что ж, третий раз. Пробую стелсить. Третий раз, да. А это чё? Сюда. Как это? Как это все? Так, сюда. Не сюда, я так понял. Угу. И возвращаемся. Ну, вот как здесь элементарно застелсить, если вот тупо три чувака и нет никакого прохода. Просто и фонарик вот светит. Пиздец. Логично. Полевой суд, арестованным шпионом красной линии, начинается. Блять, ну по-любому придется валить всех. Свободным от трудовой повинности и дежурства рекомендуется явиться. Идешь смотреть? Говорят, вешать будут. Да я насмотрелся, во! А вот сына бы сводить надо. Выделываются в школе, училки камин. Вот и покажу лобогрязу, чем двоечник не кончает. Приведешь, а его помилуют еще. И тоннели рыть. Ой,
А, суки. Ну ничего, буду так вот по старинке. Ебать, они бронированные, шесть. Ёх ты ж, пидорасик. Дайте сбежать. Блять, вот смотрите, какой стелс был. Ёбаный в рот, а я не знал. Ладно. Бывает и такой. Такой момент. Ну ладно. Солдат теряем. Спускайся, блядь. У нас потери. Как говорил, слава Рейху, блядь. Оп, оп, оп. Так, ребята. Слава-то слава, но... Но что-то нихуя у меня нехорошего не получается. Так. Здесь еще есть вот такой проход. Интересный. Блин, я здесь так путаюсь в этих всех проходах, что что-то сказать, блять, точно. Вот так. Ой, 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 ой. Блять, беги, Форест, беги, беги, Форест. Да. Не мое это. Третий раз и коту под жопу. Нихуя стелс не хочет понимать меня. Или это не мое, блин. Я никогда не буду проходить игрушки, где нужно хотя бы как-то по стелсу играть. Ебогу. Блять, сдохни! Ой, 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 фашисты, блять! Где здесь? Ну, о, вот так вот. Будешь знать, как, блять, брать коммуняку на геляку. Так, но здесь уже никого не будет. Что? Да. Вот и ты еще круто стелсил. Ну вообще отлично, блин. Так как я. Так. Куда нам сюда? Так, здесь есть документик, который можно интересно будет потом как-то почитать. Ну я, наверное, пас. Так, где моя карта? Пожалуйста, карточка. Так. И теперь вот туда. Вставай, проклятие, мать, заклинённый! Так, интересно, у меня будет попытка номер, я не знаю, четвертая уже. Охуеть. Оп, оп, давай, давай, давай. А это... Что было? Так. Ой, нет, включи свет. Я нихуя не вижу. Ну вот, подумай сейчас, и все. Стелс.
Так, что делать? О! Уходим! Скорее, сейчас тут такое начнется! Да я в курсах, давай быстрее! Блять! Я чё, умер? А, это так я по стелсу прошёл. Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше всё ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетёры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетёром стать, как вырасту. Так, ну, времени в обрез. Идём до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да ещё и ворота закрыли. Да, мне тоже страшно интересно, почему это они так сделали? Потому что здесь, блядь, какой-то мутант есть. Блядь, куда ты палишь? Предупреждай как-то. Андрюха! Пятый на связи. Тушите там свет в тоннеле, считая непокойники. Есть! Суки. Покойники? С чего бы это? Поглядим то... еще, кто из нас покойник. То у меня фонарик есть, ёпта. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Ой, блядь. Чувствую. Стой! Херня. Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Теперь, Артём, главное, не выключай фонарь. Без него хлебнем тут. Окей. Да, блядь, давай, беги. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка, сквозняком тянет. Значит, есть выход. Ну, элементарно, Варсон. Ёпты ж. Артём, помоги открыть! Ну, блядь, я же Геракл. Куда лезете? Оп, давай, красава. Нихуя себе тяжелый. Оп. Ох, я красава. Так, включили фонарик. И оп. А паутины-то шагу не ступить. Блять, подпалить её нахуй. Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное их не разбудить. Да. Чёрт! Ты оптимист. Они уже близко! Постой, Артём, не торопись. Теперь осторожнее. Тут всё вроде чисто. Блять. Пошли! Чё это было? О, она палится, нихуя себе. Высоковато. Так просто туда не подняться. Да я поднимусь. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Так, а что здесь? Противогазик. Чисто. Так, нычку нашел. Хорошо, покатаемся. Ну, пошли. Ну, поехали! Да, давай. Бля, я хочу твой ствол. Какого... Что с ним? Почему встал? Что сейчас пауки полезут? Это же закон жанра, дружок. Предохранитель, что ли? Чёрт. Ну, давай!
Сейчас упадем, блядь. Ну, 100%. Услышали нас, суки! Блядь, черт, ты же говорил, свет, ебаный брат. Да сколько их тут? Где ты, блядь, их видишь? Как? Уцепил! Видел пузо? Вот в него и бей! Верхний панцирь не пробьешь! Блять, а я куда? Артём, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернуться! Нихуя себе, я не знал, что фонарь их жжет. Айда за мной! Погоди, блять, у меня фонарь сдыхает. Спасибо! Один за всех! И все за меня. Так, включить свой фонарик! Зажигалочку века. Так, сюда! Погоди-ка. Погоди-ка. Блять, это паутина? О, вот так. Высоковато. Ну, прыгать будем. Ох ты ж, ёпты. Рейф, Артём, прыгай! Нормально. Двинули! Блять, еще один прыжок. А здесь будет посложнее. Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Ну да, отлично, придумал. Нормально, сгодится! Ёптыщ! Артём! Подсоби! Давай. Ну же! Опа! Дай, а мне фонарик... вырубил, конечно же. Ну ты красава. Красавеля. Ух, придумал как. Как на шесте. Он мне подаст. Подай. Утяха! Джафа! Здесь все Джафа! Ух ты ж! Как пузо покажешь, сразу будет! А я что делать? Давай подброси их! Ух, хорошо! Они внутри! Ух, да, Артём, хорошо! Руку! Спасибо. Очень буду благодарен. Здесь паутина, она мешает мне пройти. Сюда! Блядь, я вас всех, сука, перебью. Готов? Пошли! Калабанга! Отлично. Артём, ты цел? Конечно. Давай, надо уходить! Бежи, Фурик! Бегом туда! Фурис, давай! Что, твари, не нравится? Ну, здесь они нас не тронут! Отсосите! Ой, блядь, я свои деньги выстрелил! Чувак, что такое? Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю! Раз, два, три, ёлочка, Гэри! Ох ты ж, при, ёлочка, дрови. Ладно, двинули. Ой, блядь. А почему, блядь, она стреляет этими пулями? То есть я, получается, чё, бабки все проебал? Чёрт!
Артём, не отходи от меня! Стараюсь. Ха, у меня зажигалка. Батарейка сдыхает. Артём, нет! Нравится? Нравится, тварь! Вот суки. Блин, дал бы мне хотя бы факел. Не подходите. Здесь убийца пауков с факелом. Охотник на пауков. Он уничтожит всех и вся. Чёрт, нас два! Тут электрозамок! Провода вон туда ведут! Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Ну вот, конечно, а ты останешься здесь и прикроешь меня. Да не переживай за меня, я же Атос, если что, шпагой отмахаюсь. Ну я же за что и говорю. Атос, Барбос, Медрос. Ты вообще красавец. И меня оставило один. Один на один с этими тварями. Зашибись, сука, здесь закрыты ж. Ой, бля, чувствую я бы. Чувствую, будешь пиздец, ж. Ой, как-то мне все это стрёмно. Ах ты ж, наш ты ж. Слышишь, ты чеку чё дымишься, ага. Не подходи, сука! Ты чё, страх потерял, а? Страх потерял! Так. О, патроны ж. А панцирь все-таки разбивается, дружок. Только жаль, что у меня одна пуля. Да, блядь, живучий, ебаный в рот. Да я вас всех, блядь, перебью. Блядь, автоматик не работает. Ох ты ж, блядь, аж здесь коконы этих тварей. Так, зажигалка нихуя что-то не помогает. Беги! Да будет свет! Ага, я справился, друг. О, талант пошли. Не пробьешь, молочага. Ну, готов? Хера. Первый как пошел. Второй пошел, третий пошел, четвертый тоже пошел, и мы все разом пошли. Только куда? За мной! Ну давай, веди, друг. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Ну да. И на этом, ребята, как несложно было понять, все.
В следующая часть мы еще немножко поиграем, посмотрим, что куда и как нас заведет. А если вам понравилось мое прохождение, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и смотрите дальше новые части, как и куда нужно идти, чтобы пройти данную игру. Всем пока!